Всем привет, ребята, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я вам расскажу все о монтаже на айфоне. Поэтому саживайтесь поудобнее и поехали. Смонтировав пару видео в iMovie, я поняла, что это просто самое лучшее приложение для айфонов. Поэтому для начала заходим в iMovie. Нажимаем на плюсик. Фильм. И выбираем нужные нам файлы. Создать фильм. Просматриваем наше видео и останавливаем на том моменте, в котором мы хотим начать вырезать. Нажимаем на дорожку видео, разрезать. Сегодня я вам расскажу все о монтаже на айфоне, поэтому усаживайтесь поудобнее. Затем также останавливаем видео, нажимаем разрезать и удаляем ненужный кадр. Чтобы поставить фильтр на видео, нам нужно разрезать его, затем нажать на кнопку «Выбрать нужный фильтр», в моем случае это черный-белый. Добро пожаловать на мой канал и поехали! Чтобы сделать футажи, заходим в приложение PixArt, нажимаем на фиолетовую кнопку, затем в галерее выбираем наш зеленый фон. Ставим его в размер 16:9. Заходим в смайлики и в поисковике набираем, например, YouTube лайк. Выбираем понравившуюся картинку. Ставим ее в нужное место и сохраняем получившуюся картинку в галерею. Вновь заходим в iMovie. Наш проект. Править. И добавляем картинку в то место, куда мы хотим. Три точки. Зеленый и синий экран. Всем привет, ребята, и добро пожаловать на мой канал. И поехали. Надеюсь, что вам понравилось это видео, поэтому не забудь подписаться на мой канал. Мне будет безумно приятно. Если вы хотите узнать, как еще делать обложки, побольше о том, как выставлять видео, как ставить премьеру и многое другое, то пишите об этом в комментариях. Всем удачи и всем пока!